канале Sophie Life, и в этом видео я вам хочу показать, как можно сделать просто суперское оформление рабочего стола на вашем планшете, либо же в телефоне. Я буду делать оформление на телефоне марки Samsung, так как я не знаю, можно ли такое сделать оформление на других марках, Meizu, Huawei и другие марки, так как возможности проверить у меня нету. Поэтому, если вы обладаете другой маркой, а не Samsung, пожалуйста, посмотрите это видео, попробуйте сделать это у себя на телефоне, если вас заинтересует, и напишите в комментариях, получилось ли у вас такое сделать или нет. Мне будет это очень интересно почитать, так как мне интересно. Это видео полезно только для обладателей Samsung или также для других моделей телефона. Ну а мы приступаем к нашему оформлению. Ребята, ну что, приступаем к оформлению нашего рабочего стола. Что нам для этого нужно? Нам для начала надо распределить все вот эти вот программки по категориям. Только смотрите, когда вы будете их распределять, вот возьму на Вайте Инстаграм и перенесу их на этот рабочий стол, на этот точнее. Смотрите, вам надо их ставить прям не под самый верх, вот сюда вот, а ставить немного ниже, то есть отступить вот этот вот верх. Верхнюю строчку, вот эту вот, она нам потом понадобится, поэтому мы ставим ее вот сюда вот ниже, эту программку. И вот так вот мы делаем со всеми остальными программами. Ну что, приступаем. И... оп! Смотрите, ребята, я пока распределила программы по двум категориям. Это игры и соцсети, чтобы это было намного быстрее. Что нам надо сделать дальше? А дальше нам надо зайти в заметки и дать название нашей категории. В нашем случае название нашей категории — это игры. Дальше мы сначала выбираем текст, очень большой. Также нажимаем на стрелочку два раза, вот так вот, чтобы наш курсив опустился ниже. И пишем игры. Также нам надо выбрать жирный текст. Забыла вам это сказать. Теперь придется перенабрать. Игры. Вот так вот, посмотрите. Теперь мы берем и ставим смайлики. Но это, конечно же, по желанию. Я очень хочу поставить вот это вот миленького кролика, так как он мне очень нравится. Ставим вот это вот кролика. И вот что у нас получается. Теперь мы нажимаем сохранить и можем, в принципе, выходить. Что нам надо сделать дальше? Дальше мы зажимаем вот этот вот вместе наш экран. И у нас выскакивает вот тут внизу виджеты. Мы нажимаем на эти виджеты и набираем вот тут вот в поиске заметки. Можно сократить и набрать просто зам, и оно сразу же выдаст это. А нам нужна именно вот эта вот заметка, так как тут их два варианта. Мы берем эту заметку, и как вы видите, она у нас большая, но это ничего страшного. Мы ее просто ставим. И теперь тут можно... так, куда? Нет, она не туда поставилась. А ну вернись назад. Так, и тут, ребята, можно подкорректировать ее размер. В нашем случае мы ее растягиваем и делаем меньше по ширине. Так, теперь я перемещаю эти приложения наверх, так как они сместились из-за большого размера нашей заметки. И переходим к следующим действиям, так как вот это вот выглядит не очень красиво. А что нам надо сделать дальше? Я хочу вас попросить подписаться. Смотрите, ребята, вот эта красная кнопочка, она появилась. Давайте на нее нажмем. И... она стала серой. Я думаю, вы поняли, что вам надо сделать. А именно спуститься под видео и нажать на такую же красную кнопочку, чтобы она стала серой. Просто вот сюда вот нажимаем и выбираем вот это вот игры, нашу заметку. И посмотрите, ребята, вот и все, все готово. Правда, смотрите, оно немного не получилось, так как вот это вот у нас находится вот тут вверху. Поэтому надо курсив опустить еще чуть-чуть пониже. Это зависит, кстати, я могу сказать, от телефонов, от их длины, от их ширины, а то есть от их размера. Так как, ну, получается, заметка сильно растянутая, на моем телефоне она очень маленькая, поэтому тут надо корректировать все индивидуально. Ну, в принципе, вот так вот это все работает. В принципе, этот способ очень легкий, и, я думаю, обладатели Samsung у вас это получится. Кстати, маленькие.